В Бурятии назначен временный министр строительства. Им стал Евгений Коркин, первый замминистра по финансово-экономической и жилищной политике. Сегодня глава республики Вячеслав Наговицын подписал распоряжение о назначении чиновника на новую должность. Отмечу, предшественник Евгения Коркина Федор Трифонов был недавно уволен с поста министра из-за неудовлетворительной работы ведомства в прошлом году. В Бурятии появился экспериментальный центр исправления осужденных. Согласно инновационной системе, теперь с каждым заключенным будут индивидуально работать воспитатель, психолог, специалист по режиму и надзору, соцработник и специалист по организации труда. Главная задача центра – облагоразумить заключенных и помочь им встать на путь исправления. В Бурятии центр создан на базе исправительной колонии номер 8. Заключить союз прямо на берегу Байкала. 8 июля, в день семьи, любви и верности, в поселке Листвянка Иркутской области откроется отделение ЗАГСа. Теперь все желающие влюбленные смогут зарегистрировать брак прямо у священного озера. Известно, что в день открытия там поженятся 4 пары. Встречать молодоженов будут согласно всем русским традициям, а завершится бракосочетание водной прогулкой по Байкалу. В Бурятии ожидаются по-настоящему жаркие выходные. Республиканские синоптики прогнозируют повышение температуры до 40 градусов. Особенно горячо будет завтра днем, поэтому советуем вам уехать из города, к примеру, на Байкал. Там ожидается наиболее комфортная погода. В воскресенье в Улан-Удэ возможен дождь, гроза с порывистым ветром, однако жара не спадет. Всем приятных выходных и будьте аккуратнее на солнце.